Один из самых знаменитых кинофестивалей России презентовали на специально сконструированной площадке археологического музея Гаргипи. О новинках кинофорума в этом году рассказала генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук. Я счастлива, что смогла найти время, у меня сейчас очень много работы, съемки, приехать на открытие сезона города-курорта Анапы, уже такого родного города. Мы в этом году немножечко наш фестиваль приближаем к городу. Вот на этой набережной будут гулять наши знаменитые артисты. В этих санаториях и гостиницах они будут селиться. В сентябре зрители увидят картины российских режиссеров и из стран бывшего Советского Союза. Особое место в кинофестивале занимает детское кино. Гимн детского кинофорума исполнил заслуженный артист России, поэт и композитор Григорий Гладков. И поздравил жителей и гостей курорта с открытием курортного и киносезона. Это очень интересно, это очень хорошо. Творческие коллективы Анапы порадовали зрителей художественными номерами. Под песни «Зажигательные кавказские танцы» жители и гости курорта пританцовывали и подпевали. Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии пройдет в Анапе с 21 по 30 сентября. И во время презентации киношока параллельно на новой концертной площадке города в музыкальной ракушке перед зрителями выступили вокально-инструментальные ансамбли из Анапы и сельских округов. Многие анапчане специально пришли послушать долгожданное выступление вокально-инструментального ансамбля «Роса». Музыканты играли, а зрители подпевали каждой песни.